Сегодня 14 февраля, в воздухе витает любовь, вокруг ходят парочки и обмениваются подарками. А сколько они потратили на то, чтобы сделать свою половинку счастливой, сегодня узнаем. А сколько вы потратили на подарок своей половинке? У меня нет второй половинки. 15. Тысяч? Да. А вы? 10. Ну, 1500 где-то. У меня нет половинки. 0. Почему? Денег нет. Я отправляла письмо в другой город, поэтому это заняло где-то 50-60 рублей. Я потратила в своей второй половинке на подарок 0 рублей. Я думаю, это будет дискредитация по отношению к другим мужчинам, поэтому, ну, больше 20 тысяч. Нет, я ничего не подарил. Вы его половинка? А сейчас ответь, пожалуйста, на вопросик. Сколько ты потратила на подарок своей половинке? 120 рублей. Что подарил? Значок. У меня нет половинки. Как так получилось? Грустно? Очень. Да? Нет. Нисколько. А почему? Потому что в нашей паре больше тратит он, чем я. Я сейчас себе что-нибудь куплю. Ну а если вы одинокий бродяга любви Казанова, не стоит расстраиваться. Порадуйте себя любимого. Это был соцвопрос с Ильей Гизатова, Алия Кульбарисова. Всем пока.